Зарегистрирует новые партии, скажет: ребят, я же вас пропускаю в парламент, чего вы ко мне прицепились? Он покается за хантар, он не захочет бегать по другим странам завтра, да, и чтобы за ним его преследовали или что-то еще. То есть я думаю, человек разумный, рациональный. Я очень надеюсь, Вадим, на это, очень на это надеюсь, что следующие шаги его после этих выборов будут более продуманные, более человеческие, и он будет работать на историю. То есть я думаю, человек разумный, рациональный. Я очень надеюсь, Вадим, на это, очень на это надеюсь.